Спасибо большое, тебе тоже. Хорошего дня. Спасибо, тебе тоже. Как дела? Хорошо, у тебя? На самом деле, это слова какого-то обиженного человека. Тебя в отношениях обидели или как? Что ты считаешь, что спросить, как девушка относится к тому, что ты пойдешь к друзьям, это подчинение. Ладно, упустим этот момент. А друзья парни? У меня друзья парни или что? Нет, у меня нет друзей парней. Потому что я считаю, что ну, нет дружбы между парнем и девушкой. Есть там... Еще увидимся. Да, я еще сегодня зайду где-то в час дня по моему времени. По московскому. Спасибо, привет. Нет, друзья, есть, в общем-то, друзья подруг, но, не знаю, допустим, есть какие-то компании, мы, допустим, встречаемся с девочками, они берут там в больших компаниях своих парней, но не могу их назвать друзьями. Это просто парни моих подружек, но не друзья. Я с ними могу там что-то у них спросить, или они у меня, но так, чтобы мы постоянно общались, нет такого. Доброе утро из Мурманска. Доброе утро. О, у меня был друг, хотел сказать. Ну, в общем, когда я раньше тут сидела, ко мне постоянно заходил мальчик, он был из Мурманска. Привет, все хорошо. А тебя как? А я из Волгограда. Ну, из Волгоградской области. А ты откуда? Ну, я накрашенная, но не сильно. У меня только накрашенные, ну, как брови, чуть ресницы. Из Краснодара. Ты считаешь, если ты против, парень должен идти. Господи. Я считаю, что в отношениях нужно разговаривать. Ну, не нужно указывать, запрещать. Зачем? Что бы то ни было, нужно разговаривать. Привет. Умею сделать искусственное дыхание. Умею, но не делала. Вы чего? Я же в медицинском учусь. Вы о чем? Хватит хулиганить, маленький ты. Маленький. Жопа ты маленькая. Куда ты делала?
ножницы. Слой. Лёма, ты бы готовила братство женское. Окей. Так. Блин, кстати, вот у нас очень холодно было. Очень холодно на паре, что мы занимаемся в больнице, и там холоднее, чем на улице. Мы просто сидим в куртках. Это какой-то ужас. Давай уже закроем эту тему. Смирилась, не смирилась, все равно мы не будем вместе. Понимаешь? Поэтому можно не обсуждать это. Я уже сказала свое мнение на этот счет. Все. Спасибо большое. А где? А, все нашла. Да ты моя крыса маленькая. Господи. Просто откуда столько энергии у этого ребенка? Куда? Ну, хватит. Пока, солнышко. Секунду. Все.